Завтрашнего дня кто-то станет первым, Мария. Это Мария, это Мария. Сложит песню завтрашнего дня. Нет на свете танцев без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, ну выбери меня. Короче, через 15 минут отправляемся в рейс. Первым в этом году в речной круиз отправляется теплоход «Русь Великая». На борту ни одной свободной каюты. Мы первый раз путешествуем на теплоходе. Надеемся увидеть шлюзы, Волгу и вообще красивые виды. Мы решили сделать себе такой подарок. Ждала практически год. Я получила скидку 20% кэшбэком. И я очень рада, очень хочу поскорее туда попасть. Путешествие через Углич в Тверь. Каждый день насыщенная экскурсионная программа. В каждом городе, где мы останавливаемся, мы предлагаем разные экскурсии. В Угличе, например, это Угличский Кремль, конечно же. В Твери это историческая часть города, это поездка в Торжок. В этом году круизные компании предлагают туры в 40 городов, куда можно из Москвы добраться по воде. Как всегда, самые востребованные по Золотому кольцу, а еще долгие, 14-дневные. Например, до Соловецких островов. Он маленький.